Здравствуйте! Сегодня мы нарисуем классическую шахматную доску, используя метод последовательного увеличения. Итак, выбираем прямоугольник, настраиваем толщину, цвет оставляем черный. С прижатой клавишей Shift рисуем небольшой квадрат. Выделяем. Проверяем, чтобы выделение было прозрачным. И с прижатой клавишей Ctrl копируем. Присоединяем к первому квадрату вот таким вот образом. Еще раз выделяем. С прижатой Ctrl копируем. И поворачиваем, используя отразить по горизонтали. Присоединяем. И получаем вот такой вот рисунок. Выбираем заливку. И делаем яркие цвета маленьких квадратиков. Выделяем, используя клавишу Ctrl и метод последовательного увеличения, мы увеличиваем количество квадратиков. Итак, последовательно, шаг за шагом, копируем при помощи клавиши Ctrl, выделяем с прижатой Ctrl, увеличиваем размер. И последний шаг. Так, ну что ж, шахматная доска готова. И я расскажу вам древнюю легенду. А дело в том, что игру шахматы придумал индийский мудрец-математик примерно тысячи лет до нашей эры. Однажды мудрец показал игру своему правителю, которому она очень понравилась. Правитель пообещал наградить математика, чем тот только пожелает. Математик подумал и сказал, что ему надо лишь зерно, но в размере, установленном вот таким образом. На первой клетке шахматной доски пусть положат одно зерно. На вторую клетку в два раза больше и так далее, пока не дойдет до последней клетки. Правитель очень обрадовался, он думал, что это очень мало, и ему не составит никакого труда вознаградить математика. Но в те времена не было компьютеров, слуги считали ровно неделю, после чего дали ответ правителю. Оказалось, что для того, чтобы рассчитаться с математиком, ему нужно выдать вот такое вот количество зерна. Это 18 квинтиллионов, 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 биллиона, 709 миллионов, 551 615 зерен. Конечно же, такого количества зерна не было не только у правителя, но и на всем земном шаре. Тем самым мудрец показал все величие этой простой, казалось бы, игры. Ну, на этом занятие окончено. До новых встреч!